По мотивам одноименной новеллы Мо Сян Тан Чоу, магистр дьявольского культа. Сянь снискал себе славу в молодые годы, мог бы наслаждаться жизнью. Но как же он закончил свою жизнь настолько плачевно? Клан Цянь воспитал его как родного сына, а он чуть не уничтожил их. Отплатил злом на добро, неблагодарный пес. Старейшина Илин! Пэйю Сянь! Да, я и вправду везунчик. Будто бы сами небеса благословляют меня. Мелкий ворчун занят истреблением тварей, а старик Лань отправился в орден Цинхэне на совет кланов. Удача улыбается мне, и никто не сможет меня удержать. Ланжань! Посмотри на меня! Я здесь! Духовное начало — это светлая энергия. Затаенная злоба — это темная энергия. Так почему бы нам не научиться использовать и ее? Если бы можно было подчинить ее, на свете бы не осталось запретных земель с тяжелой темной энергией. Я не касаюсь чужих людей. Да ладно, мы уже почти приятели. Мы не приятели. Вэйин, послушай меня внимательно. Ты должен защищать Занчена. Умри, но защити его. Ты меня понял? Вэйин? Быть не может! Этого быть не может! Демон! Демон! Это же... это ты! Нет, псих! Я... Убили! Достанет кровь моя посредникам. Рука кистью. Жертвуй свои тело и душу. Дабы вернуть дух к жизни. С почтением приветствую старейшину Илин. Вэйю Сяня! Какой бы ни была цена, я в состоянии заплатить. И какое дело до моей души постороннему человеку? Да ладно, мы уже почти приятели. Как ты можешь считать меня чужим? Поистине ничто не вечно под луной. Воля небес непостижима. Сила этого старейшина Илин была совершенно непостижима. Но неужели он не переселился в другое тело, чтобы возродиться? Просыпайся.